новые номера. Будем покрывать лаком сейчас. Сразу говорю, всегда всю жизнь покрывал автомобильным лаком, то есть автомобильный лак, отвердитель, ну и так далее. То есть краскопуль, все как положено. Не простой какой-то лак там из магазина, акрил и какой-то там. Вот, всегда покрывал, проблем не было. Камеры считывают, гаишники не ругаются, то есть все хорошо. И номер служит очень долго. То есть не облезает, не стирается. Ну, некоторые стирают специально. Вот, я не сторонник стирать специально. Поэтому как бы покрываем лаком, и номер будет служить долго. Вот, смотрите, какая красота получилась. Вообще тонкий-тонкий слой лака. Даже где-то переливается. Собственно, рамочку еще покрасил. Ну, заводская покраска там не очень. Вот. Пулер вот такой Сазона. Кстати, я уже показывал видео. Сейчас я вам покажу. У меня крашеная дверь на машине. Я летом красил. И крыло тоже. Вот смотрите, крашеное крыло. То есть красил сам. Крашена вот эта часть. Видите, даже незаметно. То есть при желании все можно сделать.